Всем доброго времени суток. Вы на канале Мамочек. Итак, давайте же приступать. И начну я с пенала. У меня новый пенал, показываю только новое. И поэтому не пишите, допустим, что вот у тебя не достает это, как ты обойдешься без этого. Вот я купила новый пенал. И на нем есть такая желтенькая вставочка, сам он на серенький, кожаный, натуральная, по-моему, кожа, хотя это совсем не факт. И тут написано, у меня все хорошо, так мне и надо. Чем же не мотивация? Итак, сейчас я вам покажу, что внутри этого пенала. Здесь есть синий маркер, новая ручка в виде капсулы, я думаю, все такие знают. Когда она раздвигается, в общем, мега компактная и мега милая. Далее у меня есть синяя ручка. Еще одна синяя ручка. Еще одна синяя ручка, того у меня 4, только вот эта ручка у меня специально для контрольных, чтобы, если что, стереть. 4 ручки мне нужны для того, чтобы никогда не нуждаться, потому что... Всегда носила по 3 ручки, и у меня они, если что-то закончилось, то обязательно остальные тоже закончатся. Поэтому мне пришлось просить. И еще у меня здесь лежат закладки. Точилка. Естественно, карандаш. Самый обычный купила мне. И вот у меня тут еще ручка черная осталась с дня рождения. Я думаю, вы ее знаете. Купила зеленую ручку. Там был набор цветных ручек, но мне нужна только зеленая. И линейку пришлось купить, потому что у меня постоянно теряются линейки. Я просто не знаю, что это такое. А еще у меня в пенале есть небольшие стикеры, чтобы делать пометочки в тетрадях. Или в учебниках, как закладочки тоже можно. Вот такая самая обычная, и я взяла совсем немножко. Ой-ой-ой, упала. Пенал мы закончили, и сейчас приступаем к тетрадям. Но сначала я покажу вам мой дневник. Мой дневник наконец-то выполнен не в розовых тонах, и меня это очень порадовало. Он очень красивый, по моему мнению, типа французская немножко, круассанчики, вот такая стильненькая девочка. Конечно же, самый милый котик. Самое важное в этом дневнике для меня это фон, потому что он очень приятный, и цвет какао, я очень люблю какао. И, конечно же, еда. Тут кофе. В общем, завтракают они. И здесь очень необычное оформление. Конечно же, карта, и внутри есть всякие модные советики. И я думаю, неделя будет не такая скучная, как в обычных дневниках. И тут у меня уже есть обложка. Как я обещала, тетради. Вот. Я надеюсь, что мне их хватит, и если даже останутся, то они мне пригодятся на последующие года. Мне учиться еще достаточно. Итак, здесь у меня... Вот такая вот небольшая стопочка тоненьких тетрадей. Тетради от 12 по 24 листа здесь есть. И так, сейчас я вам быстренько покажу картинки. Они самые обычные. Вот это моя самая любимая тетрадь в винтажном стиле. Также есть несколько стопочки черные тетради просто с котиками и лошадками. И также абсолютно обычные, просто цветные. Я считаю, тоненькие тетради – это не такая большая роскошь. И они хватает там на месяц, даже меньше, и ты их просто выкидываешь. Поэтому я к ним отношусь, ну так, купила, какую и купила. А вот к толстеньким тетрадочкам, мои любименькие, я уже отношусь более серьезно и выбираю их, стараюсь, чтобы мне было приятно в них писать как можно дольше. Итак, тут у меня есть тетради по 48 листов, вот такая стопочка. Сейчас я вам покажу, они самые классные вообще. И вот такая стопочка, всего 3 тетради, стопка, да, 96 листов.
Итак, здесь есть вот такая тетрадочка, по-моему, тоже немного винтаж. Внутри очень классное оформление, и также на обратной стороне есть для заметок. Четыре штучки тетрадок, вот такие просто обычные, но красивенькие, котик, да, мило. Они тоже 48 листов, и все тетради у меня в клеточку толстые, вот. Далее предметная тетрадь, у нас теперь будет химия, и тут Мишка Тедди, и это самая лучшая тетрадь по химии, какая у меня только была, хотя у меня еще не было тетради по химии. И тетрадь с подсолнухами, и я балдею. Где еще тетради, блин? Стоп, ребята, у меня украли тетради. Стоп, где они? Серьезно? Кто-нибудь видел мои тетради? Я не понимаю, куда они могли исчезнуть. Ой, блин. Так, тут этого нет, тут этого как будто... Блин, нашла! А вот такая тетрадь с подсолнухами, как же без цветочков? Ну, у меня, правда, уже есть. И внутри также красивое очень оформление. И на обратной стороне, опять же, заметки. Я думаю, это очень удобно. Самое удобное, что только может быть, это заметки. И также просто мои самые любимые тетради, от которых я просто не могла удержаться. Я бы купила все, но попались только две из этой коллекции. Это вот такие вот девочки. Мне очень понравились их. У них надписи «Я умею хранить секреты, но только свои» или же «Я очень милая, когда меня не бесит». Вот прям жиза. И, конечно же, тетради 96 листов. Вот такая с лебедем, серые тона. Мне очень это нравится, когда серый сочетается с розовым и белым. По-моему, это очень красиво. Вот такая тетрадь, в которую я влюбилась, потому что она черно-белая. И опять же, внутри просто шикарное оформление, и сзади есть заметки. И вот такая с очень красивым пейзажем. А внутри этой тетрадки просто шикарный закат. Еще красивее, чем на обложке. И вот, опять же, для заметок. Ну, а теперь переходим к более крупным вещам, и я вам покажу свой рюкзачок. Итак, это не совсем рюкзак, это еще и сумка, выглядит в виде кофе. Здесь есть такой кармашек, очень маленький, я думаю, сюда можно положить какую-то помадку или салфетки. А сзади также есть такой потайной кармашек, куда я, скорее всего, буду класть деньги или телефон. Он достаточно вместительный. И так, сейчас о внутренностях. Несколько отделений, два точнее, и еще посередине кармашек, боковой карман и два других боковых кармашка, которые можно также положить, допустим, телефон и салфетки бумажные или что-то такое. Это все мое видео. Я не показывала вам одежду, не знаю, интересно ли это вам. Если это так, то пиши это в комментариях, я обязательно сниму вторую часть. Например, если я что-нибудь забыла показать в этом выпуске. Так что поддерживай меня лайком, если понравилось это видео. И всем пока!